победили, и выцвела соль у солдатских рубах. Та соль возвращения, как мед на губах. На том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки мы победили! И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки мы победили. Последний убила, я ее и не видел. Мне отбросила, и я только вскочил, но не ранила в этот момент ничего. А лошадь раненая убежала, и где она там подохла и так далее. Вот, а увидел я товарища, ползает с отбитыми двумя ногами. Одна нога, я как помню, вот так вот, как со сапогом крутится, вот так. Саша Аронов, я помню, как он был. Надо отрезать жило, нажили. У него из кармана вываливается ножик. Ну что, я туда-сюда пилю, не могу отпилить. А дальше появляется у него из кармана. Я-то не брился в то время. У него бритва опасная. И я бритву, рот, ногу отперел. А он вцепился мне в клинок. Никиш, приходчиво. Это что? Да, это что? Одурел, что? Я волнуюсь, заслышал французскую речь, вспоминая легкие годы. Я с французом дружил, не забывший, там, где Неман несет свои годы, там французские летчики тоже по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в доме Луаны. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых.
Ну, а те, кому выпала жизнь, надо помнить о них и дружить. Выбрались из теплушки с мамой. Это был 41-й год, декабрь, Новосибирск. Был страшный мороз. Ну, наверное, градусов 50. Я испугалась, заплакала. Слезы у меня замерзли. В 3-м классе нас ночами отвозили на военный завод. Мы там укладывали снаряды в ящик. Ну, потом давали кусочек хлебушка. Хлебушки я отвозила маме. Вот. Потом сделали такие группы самодеятельности. И мы поступали в госпиталя перед ранеными бойцами. Кто-то танцевал, кто-то пел. Я читала все время одну и ту же поэму Сергея Михалкова «Мать». Военное начальство подарило мне батичные туфельки. А здесь девочка из нашего класса, дочь генерала, пригласила меня к себе на день рождения. Я пришла, мне открыли, спросили, переодену ли я валенки. Я говорю, да, конечно.
развернула газету. А одной туфельки нет. Потеряла. Ну и в валенках меня на день рождения не пустили. Торпедных катеров соответствующие укрытия. Вот это каждый день мы собирали паром для того, чтобы забить свалку. А на этот паром накатывалась волна. Он благополучно затапливался, тонул. А потом, может, эти конструкции надо было опять вытаскивать оттуда с моря. А температура-то ноль, а может быть и минус. Волна-то идет 2 балла, то и 3 балла. Так вот, когда ты целый день вот эти самые тут собираешь, разбираешь, шинельки становятся колоколом, вообще не говоря о том, ты становишься весь земной в этом ледяном панцире, так как же ты без стопочки-то можешь пообедать после этого? Разве после этого через стоп человек может жить? Не было с нашей водки, доставили какой-то вот этот спирт, но его оригинальное действие заключается в том, что он сразу не действует, а где-то там через полчаса, в течение нескольких секунд человек вообще отключается и становится подобен дровам. Вот это... Как называли-то? Поскольку он, значит, был доставлен из Англии, его назвали ласково улыбка Черчилля. Его действия похожи на характер Черчилля. Из-за того, что она все-таки нам вручала. Сам он пил ереванский коньяк с удовольствием. Это улыбка Черчилля, это вредно, конечно. Она называется улыбка Черчилля. Когда совсем пацаном был, мы эвакуировались, и вот открытый вагон из-под руды, здоровые пульманы, и кто нашел дощечку какую-то, фанерку, ну, чтоб детей от дождя, от солнца прикрыть. А в это время налетели на нас самолеты, стали бомбить, и рядом женщина с нами была, как сейчас помню, Анна Мироновна звали, ей осколком распорола живот. Я смотрю, никак не могу понять, что такое, она вдруг пухнет, а это из нее кишки вываливается вот таким комом, и пар от них идет. А, и руда, вагон из-под руды был, и на этих вот кишках налипло все на пол, вот так вот скребет когтями, зовет своих детей.
высокого напряжения. Да. Особенно когда теряли канал. Ну, да. Это тоже было все равно. Здорово, давай, все победы. Когда нас бомбили, нас немецкие катера. Катера, эсминцы их, короче, подвергались бомбежке всем видам военных их. Были счастливые моменты, когда топили немцев. Были счастливые моменты, были хорошие. Просто жаль только то, что они скоротечны. Казалось, что сам воздух пропитан ощущением победы и всего того, что нам пришлось пережить, испытать, выдержать. И, понимаешь, казалось, что в нас это останется навсегда. Thank you.